Это территория завода ЧМК. Здесь вот у них вот такая вот крутящаяся, насколько я понимаю, какая-то таблица Менделеева с элементами. Она вот так вот крутится. И крутится. И светится вон зеленым. Какие-нибудь есть интересные экспонаты. Здесь только забор вот так вот украшенный. Нет, здесь ничего нету. Вот там вот есть. Поближе подойду. Здесь вот передовики производства металлургического комбината. Здание с часами. Часы вот эти мне нравятся. Вот такая вот скульптурная экспозиция. Дед-ветеран, заслуженный работник, с внуком, с будущим металлургом. Лица у них очень похожие. Это внук золотой, дед чернявый. Заслуженному металлургу орден боевой славы и знак почета трудового. Могли бы и получше ордена-то и сделать. Ну, ладно. Вот тут вот такая вот скульптура. Какой-то мальчишка, одетый явно во взрослую одежду. Что ли, на шляпе. Здесь вот описание. Ижик. Ижик. Скульптура Ижик. Подарок металлургов ПАО «Ижсталь» Челябинскому металлургическому комбинату. Скульптура была отлита на предприятии ПАО «Ижсталь» силами рабочих завода. Ижик – это озорной мальчишка в кафтане. С плеча отца, оружейника и в шляпе-цилиндре подобные кафтаны выдавали лучшим мастерам-оружейникам в царские времена. Понятно. Хорошо, что описание сделали. Так сразу-то и не понять. Там вот ордена Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени. Завод заслуженный
Ну, вроде бы все. Больше здесь ничего такого интересного нет. Поедем дальше.